Сегодня мы проводим второй спецэфир с проектом «Сетевые свободы» в рамках нашей рубрики «Такой вопрос». И наш эфир посвящен безопасности личных данных и интернет-трафика как на физических устройствах, так и в целом в интернете. И сегодня поговорим о том, что нужно знать с правовой точки зрения, с технической точки зрения, и как уберечь себя от мошенников или потенциального вмешательства незаконного в вашу частную жизнь. Я напомню, что с нами сегодня эксперт, это адвокат и сооснователь проекта «Сетевые свободы» Станислав Селезнев. Давайте мы начнем с, так скажем, первой такой нашей темы. Это вообще, как давно происходит слежка за людьми и их личными переписками и данными, и что нужно знать с точки зрения какой-то исторической справки? Ну, слежка происходит, если прямо отвечать на этот вопрос, слежка происходит с тех самых времен, как появились, собственно, люди, желающие узнать, о чем переписываются между собой другие люди. То есть вопросу этому не 100, не 200, а, пожалуй, 1000 и даже не 1000 лет. В общем-то, возможность перехватить гонца с какой-то вестью существовала всегда и активно применялась. Власти разнообразных стран, короли, герцоги, цари и разнообразные императоры всегда пытались выяснять, собственно, каким образом, о чем переписываются граждане, не только граждане, неважно, кто угодно, на территории, которую они, собственно, считают находящейся под своим контролем. Поэтому периллюстрация перехват гонцов, периллюстрация переписок, писем на разных почтах, все это существовало очень-очень много лет назад. И, собственно, как только появились электронные способы связи, перехват радиопереговоров производился, если вы помните кино про Штирлица, в общем-то, и там 80 лет назад, в общем-то, и радиоперехват этих самых шифровать начали радиоперехват, опять же, тогда же примерно, как раз во время Второй мировой войны. Помните историю с перехватом и раскрытием, вернее, кодов шифровальной машинки «Энигма», которая попала в руки англичанам. Собственно, англичане после этого стали перехватывать переговоры, радиопереговоры, шифрованные переговоры немцев. Так что эта история очень много лет, ну и с массовым распространением телефонии, обычной, стационарной вначале. Помните, да, если вы там смотрели фильмы, там революционные события, люди для того, чтобы связаться друг с другом, обращались к сотрудникам телефонной станции, это классическая там девушка, соедините меня там со Смольным, помните, наверное, но девушка могла соединить и со Смольным, и со специальным сотрудником, который тоже мог надеть там вот примерно такого формата наушники, да, и прослушать, о чем же идет речь. Значит, поэтому, в общем-то, еще с 80-х годов в России, в СССР существовала система оперативно-розыскных мероприятий, так называемый СОРМ, прослушка обычных телефонных переговоров. То есть, в общем-то, никого не удивляло. В 2005 году было выпущено постановление правительства, с которого начинать отчет так называемой структуры СОРМ-2. СОРМ-2 – это перехват установки специализированных программно-аппаратных комплексов у операторов связи, у операторов мобильной связи, стационарной связи, которые стали перехватывать уже и телефонные переговоры мобильные, и интернет-трафик, и, собственно, сведения, там, допустим, ну, то, что переписку по электронной почте. Обычная же электронная почта у нас не шифруется, поэтому, в общем-то, перехватив интернет-трафик, можно, в общем-то, и прочитать электронную почту. Вот. Ну, если вы какие-то специализированные там приложения не используете, какие-то средства защиты, шифрования и так далее. Вот таким образом. То есть, поэтому уже там порядка двух десятков лет почти, в общем-то, этой системе контроля, по крайней мере, за интернет-трафиком точно. Ну, а в 2017 году, в общем-то, вместе с принятием так называемого пакета Яровой, ну, можно стало говорить о так называемой системе СОРМ-3. Пакет Яровой, многие слышали, не все знают точно, что это такое. Это два антитеррористических закона, которые вступили в силу в 2018 году. В рамках них, в общем-то, огромное количество сведений о соединениях, должны хранить, и то есть не просто в онлайн-режиме обеспечивать доступ, но и сохранять на протяжении достаточно длительного времени, там чуть ли не до 3 лет, и операторы связи, и эти самые сервисы, которые в интернете есть. Ну, то есть возможность. Для чего, собственно, рассмотрим
ну, глазами, скажем так, право не правоприменителя, а законодателя, глазами законодателя. Зачем это нужно? Для того, чтобы у правоохранительных органов, у Федеральной службы безопасности была возможность в случае, если они там, допустим, следят за какой-то преступной группировкой террористической направленности, в любой момент подключиться к их телефону, прослушать, о чем они между собой говорят, перехватить их сообщения в мессенджерах, предотвратить, соответственно, какие-то террористические акты. То есть, ну, в целом, естественно, государственной безопасности. Все это делается. Там найти похищенного человека, отследить телефоны, допустим, которые, собственно, похитители. Ну или вот как взять ситуацию, которая произошла несколько дней назад, напали на журналиста и адвоката, да, вот в Грозном. У спецслужб есть все возможности отследить, точно узнать, кто, что за люди присутствовали, допустим, установить геолокацию, кто в этом месте находился, выявить, куда эти люди, откуда эти люди приехали, куда они уехали. То есть все эти возможности вот правоохранительным представлены. Но как они применяются, это все, скажем так, история была. И по истории мы шли, пришли практически к сегодняшнему дню. А как все это применяется? На практике. На практике все это применяется так, что как именно, в какой момент слежка включается, в какой момент она выключается, и 20 лет назад никто не знал, поскольку внутрь этого самого аппаратного, собственно, такой ящик, такой примерно напоминающий холодильник, он закрыт, опечатан, в него заходят провода, соответственно, с одной стороны, выходят с другой стороны. Оператор связи доступ туда не имеет, в этот самый ящичек. В какой-то момент он включается, в какой-то момент включается, за кем следит, кого-то пишет, кого-то не пишет. Значит, по закону, Уголовно-процессуальный кодекс, мы говорим об этом, Уголовно-процессуальный кодекс требует получать в обязательном порядке согласие суда на прослушку, на такое серьезное вмешательство в приватность. Но существует проблема правоприменения. Дело в том, что там 99,5% и 0,9% еще больше, чем обвинительные приговоры этих самых запросов, ходатайств следователей, допустим, связанных с расследованием уголовного дела и с прослушкой телефонных переговоров, со снятием информации с электронных каналов связи, так это называется, судами удовлетворяются. И более того, эти самые запросы удовлетворяются в таком режиме. То есть вот собственными глазами, собственно, в рамках уголовного дела наблюдал такие картины. Прослушивают некоторого гражданина, прослушивают телефонные переговоры или там, допустим, отслеживают, какой трафик этот человек пересылает друг другу, получают что-то интересное, и потом через неделю или через две недели уже следователь идет в суд и задним числом узаканивает свою предыдущую прослушку. И суд, допустим, там 10, какой у нас сегодня, 6 июля, узаканивает прослушку с 15 июня. И, соответственно, все материалы, которые в тот момент получены практически незаконно, становятся внезапно законными сразу же вдруг. И идут материалы уголовного дела, например, какого-то. Вот, собственно, таким образом это работает. Ну, система эта известна. В 2015 году, значит, нет, в 2018 году, в 2017 году Европейский суд прав человека установил, что по жалобе гражданина Захарова, значит, установил, что подобная система не обеспечивает эффективного контроля за правоохранительными органами, что суды выдают эти разрешения, а потом совершенно неизвестно. Во-первых, неизвестно, применялась ли эта прослушка до судебного акта, или применяется она в данный момент в отношении, ну, того же самого судьи, который вот это решение рассматривает, вас, меня, в настоящий момент, или не применяется. Без судебной какой-то санкции проверить невозможно, это раз. Во-вторых, ну, хорошо, суд дал, рассмотрел доводы следователя, посчитал их адекватными, нормальными, естественно, дал разрешение на прослушку и снятие информации с электронных каналов связи, например, сроком на 180 суток. Окей, прошло 6 месяцев, 180 суток прошло, а как мы узнаем, суды никогда не запрашивают информацию о том, а прекращена ли слежка, прекращено ли снятие информации с электронных каналов связи или нет. Никто никаким образом это абсолютно не контролирует. Вот такая ситуация существует. Это практика. Это практика только российская такая, то есть как-то условно другие страны отслеживают тот факт, что слежка действительно запущена или прекращена, и в какие моменты? Или в целом это просто нету, как пока таких инструментов нигде?
Нет, на самом деле такие инструменты есть, но вот можно вспомнить ситуацию с Эдвардом Сноуденом, который раскрыл, собственно, систему госслежки в США, систему PRISM. Похожая история. Власти получали сведения о переговорах граждан на протяжении там, достаточно длительного времени. Сноуден раскрыл эту информацию. Главу ЦРУ вызвали на самый натуральный допрос в Сенат американский, и выяснилось, что, собственно, прослушка осуществлялась в отношении там, миллионов, десятков, сотен миллионов граждан американских, и при этом ни одного террориста не задержали, задержали там 10 каких-то угонщиков автомобилей, что ли, и, в общем, использование этой системы, ну, не буду говорить точно, но, в общем, какое-то абсолютно какое-то следовое количество реальных преступлений было раскрыто в связи с этим, и был, в общем, крупнейший скандал. Официально эта система больше не применялась, и расходы на нее были официально запрещены. Что происходит на самом деле? Ну, как бы в разных странах, естественно, спецслужбы любой страны продолжают мечтать о прослушке и по возможности ее осуществлять, ну, как в России, например. Ну и скрывать это, естественно, от своих граждан. Ну, это нормальная деятельность спецслужб, засекреченная. В общем-то, здесь, тут, в общем-то, примерно все они друг на друга похожи в любой стране. Понятно. А вот нам тут оставили комментарий, и я тоже помню, что мы хотели с вами это обсудить. Сейчас у всех на слуху статья «Нью-Йорк Таймс». Вот, может быть, вы как-то ее прокомментируете? Статья «Нью-Йорк Таймс» о технологиях, которые применяются российскими спецслужбами. Да, об этом, видимо, речь. Ну да, в двух словах, да, вот как, собственно, статья речь идет о том, какие коммерческие решения используют российские спецслужбы в своей работе. Я не знаю источников происхождения этой информации у журналистов. Я думаю, что они работают с экспертами, изучали закупки. Ну, собственно, сайт самих производителей этого программного обеспечения. На самом деле, я заходил тоже на сайт этих производителей. Да, действительно, они рекламируют свои услуги по разработке, по внедрению именно подобных средств от контроля этих самых, контроля трафика, контроля переговоров и так далее. Ну, что можно сказать? В этой статье, ну, как, про эту статью уже просто очень много кто прокомментировал, может быть, какой-то конкретный запрос, как конкретный вопрос мы рассмотрим из этой статьи, потому что там речь идет о нескольких программных средствах, которые применяются, внедрены, со слов журналистов, в российских спецслужбах. Первое – это удобный интерфейс для контроля перемещения абонентов, ну, то есть маленький такой шажок в сторону сделаем. Когда вы включаете телефон со вставленной в него сим-картой, сим-карта соединяется с базовой станцией, ну и, собственно, это записывается в логах базовой станции. Если кому-то будет интересовать ваш номер телефона или имей вашего телефона, то есть под два как минимум есть средства для контроля, человек может сделать запрос, ну, в первую очередь, это оператор связи, естественно, и проследить, где, в какой момент вы между какими базовыми станциями перемещались, а также между какими базовыми станциями вы находились. Ну, то есть при помощи такой элементарной геометрической триангуляции установить, где вы точно находились, ну, с точностью до, в зависимости от количества базовых станций, доступных рядом, ну, иногда до метра, иногда до километра, ну, в городе точнее, хотя если это многоэтажные здания, то менее точно. Если вы в городе на площади, то фактически точку на площади можно установить, где находился этот человек. Так вот, значит, но операторы связи предоставляют там следователям, предоставляют судам информацию о вот этих вот геолокациях в виде таблиц. В виде таблиц, с которыми приходится, вот, ну, по крайней мере, нам, адвокатам, там, следователям тем же самым сидеть, работать, сопоставлять, там, оцифровывать их, допустим, как-то вручную, что-то делать, или линейки, там, отмечать по линейке маркером каким-то, выявлять, где в какой момент какие номера телефонов были, то есть все это сопоставлять. Вот оно в этой статье New York Times опубликовано, описание интерфейса, ну, удобного интерфейса, который подгружает в себя эти таблицы, ну, и, видимо, я не знаю, как он точно работает, но, видимо, отображает практически на карте в какие-то моменты, где что происходило. Ну, то есть это не то, чтобы такая, не то, чтобы, нельзя сказать, что это нельзя сказать, что это какая-то нетривиальная задача перевести табличные данные в графические, ну, и создать какие-то графы там перемещения. Ну, это для современного уровня разработки это вполне решаем. Ну вот, видимо, подобные решения только уже в онлайн-формате. То есть вас. Ну, собственно,
Вот то самое, что в кино показывают, знаете, когда вот следят за кем-то на большом экране, на таком где-то у там, каких-нибудь там полицейских, точка вот мигает, вот этот подозреваемый движется туда-то. Вот примерно вот, вот если говорить простыми словами, примерно вот такую штуку вот запрогали, скажем так, разработчики и продали властям. Власти у себя поставили, теперь рады могут следить в онлайн. Это первое решение. Вторые, еще несколько решений, связанных с отслеживанием трафика и сопоставлением трафика между собой. Вот это гораздо более интересно. То есть мы с вами сейчас начали наш разговор про шифрованные мессенджеры, и внутри этих мессенджеров, даже если мы с использованием старых старого SORM 2 и нового SORM 3 этот трафик перехватили, непонятно, что внутри. Ну, люди, ну, понятно, что человек по сигналу кому-то звонил или в Телеграме кому-то сообщение отправлял. Или читал что-то в Телеграме, а что именно, непонятно. Но, хочет следователь проверить, а не было ли связи между двумя вот, там, определенными подозреваемыми в определенный период времени. Ну, теоретически, вот у них есть два подозреваемых, и якобы они между собой через какой-то шифрованный мессенджер общались. Ну, собственно, если они свой трафик иначе не скрывают, то поскольку провайдер видит, вот об этом туда. Об этом тоже нужно еще сейчас небольшое отступление. Что видит наш оператор связи? Оператор связи видит, что мы запустили, допустим, телефон. Оператор связи видит, что мы открыли этот самый какой-то сайт. Перешли с одного сайта на другой сайт. И если мы зашли, допустим, куда-то там в какую-то социальную сеть, что внутри этой социальной сети мы делаем? Оператор не видит, поскольку все современные социальные сети закрыты на сертификат SSL специальный. Но если мы запустили какое-то приложение, госуслуги мы запустили, или мы запустили там такси-приложение, такси, оно пошло к себе на сайт. То есть приложение, доступы к этим IP-адресам оператор связи видит. Поэтому если, допустим, вот мы запустили, к примеру, какой-то мессенджер, и через него пошел трафик, вот мы с вами сейчас общаемся, да, вот в социальной сети, можно сказать, как в мессенджере, у меня идет трафик какой-то туда-сюда, и у вас идет трафик какой-то туда-сюда. Соответственно, спецслужбы могут предположить, теоретически, что мы с вами общаемся, но вместе с этим я могу сейчас вести какой-то телефонный разговор, ну, в смысле, такой же онлайн-разговор с кем-то из своей семьи, или с друзьями, или еще кем-то, или транслировать то, как мне друг транслирует, как-то рыбалку пошел, например. Я даже не знаю, или там где-то там путешествует. То есть установить на 100%, естественно, невозможно, но теоретически сопоставить активность у вас включена, у меня включена. У меня выключилось, у вас в одну секунду выключилось. Ну, теоретически можно сопоставить, а учитывая то, насколько сквозь пальцы смотрят у нас суды на любые цифровые доказательства, то есть принесли что-то такое цифровое, следователь говорит, что прокурор уже в суде, вернее, говорит, что вот оно доказывает. Ну, видимо, это правда, потому что ничего не понятно. Вот, то есть вот, в принципе, это может даже и начать срабатывать. В принципе, это могло начать срабатывать даже и без этой системы отслеживания, но другое дело, что сейчас она будет просто удобнее в использовании. Вот об этом и идет речь. Вот, да, я надеюсь, что мы ответили на вопрос, да, потому что вот, собственно, автор вопроса, Олег, прислал нам уточнение, что да, это определение вашего собеседника в мессенджере. Ну, да, ответ, что на 100%... Это определение вашего собеседника в мессенджере. Это определение того, что определенные люди запускали одно и то же приложение. Беседовали ли они между собой, это отдельный вопрос. Это 10 раз отдельный вопрос, потому что ну, теоретически, опять же, если мы трафик отдельно, дополнительно, никаким образом не закрываем, не шифруем, то что мы получаем? Некоторые мессенджеры обеспечивают, ну, тот же самый сигнал, например, по умолчанию связывает людей между собой напрямую, минуя сервер. И теоретически можно установить, используя, как сказать, глубокий анализ трафика, так называемый DPI, Deep Packet Inspection, теоретически, то есть, ну, насколько хорошо работает DPI, естественно, мы сейчас не знаем, поскольку это абсолютно закрытая история. Можно установить, что эти два устройства действительно между собой коммуницировали, если известен IP-адрес одного устройства, IP-адрес второго устройства.
В теории такая возможность есть. В остальных случаях, там, где звонок совершается через сервер, вот как мы с вами сейчас, например, общаемся, или в сигнале, например, звонок всегда совершается через в сигнале через напрямую по умолчанию, но можно сделать через сервер. А вот мы с вами в так называемом запретограмме сейчас общаемся через сервер в Телеграме, через сервер в том же самом Матриксе, через сервер, ну, там тоже есть разные возможности, можно через сервер, можно напрямую. Напрямую как бы лучше связь и быстрее, а через сервер дольше, но контакт будет идти, трафик будет идти через сервер. Поэтому ничего это не даст, по большому счету, кроме некоторого совпадения правоохранительным органам. Ну, одно дело одно совпадение, другое дело там 2, 3, 200 таких совпадений. Тут уже можно какие-то попытаться выводы делать. Вот. Тут вопрос еще был рассказать про опасности соцсетей, но это отдельный вопрос. Соцсети, в принципе, те соцсети, которые базируются в Российской Федерации, потому что самому закону Яровой обязаны всю информацию о своих пользователях по запросам правоохранительных органов выдавать. Ну и что ж, это, собственно, так и происходит. Ох, да, это отдельная история. Давайте, может быть, пойдем дальше по нашим вопросам. Я напомню, что вопросы к этому эфиру мы собирали в наших соцсетях от читателей. На остальные вопросы мы обязательно ответим. Все, что вы нам присылаете в комментариях, мы обязательно на это ответим в конце эфира. Вот, соответственно, вы уже сказали про SORM 1, 2 и 3 и как эта система слежки развивалась. Вот, и у нас есть несколько вопросов про отслеживание. Первый – это когда мы пользуемся интернет-телефонией в WhatsApp или в Telegram, приложение нам пишет, что все разговоры зашифрованы. Обычно там вылезает такая иконка, и написано, что вот все зашифровано, все замечательно. Действительно ли это так? И могут ли третьи лица записывать вот именно эти разговоры, которые производятся через интернет-телефонию? Смотрите, ну насколько мы доверяем Марку Цукербергу, разговоры действительно зашифрованы, и ключей никаких ни у кого больше нет. Поэтому если вы не опасаетесь подставы со стороны, так сказать, вот такое не юридическое слово, каких-то негативных действий именно со стороны Марка Цукерберга и властей тех юрисдикций, которым он подчиняется, Соединенных Штатов Америки, тогда, в общем-то, можете считать, что разговоры через внутрь разговора по WhatsApp никто не влезет. Но, опять же, мы только что с вами говорили, сам факт того, что вы запустили WhatsApp, и сам факт того, что ваш собеседник запустил WhatsApp, будет известен вашему оператору связи и оператору связи вашего собеседника. Более того, если вы подключились к интернету, например, в кафе, в гостинице в какой-то, то еще и этот самый администратор Wi-Fi тоже будет знать, чем вы занимаетесь, что вы подключились, ваше устройство подключилось, там, допустим, к WhatsApp, и если ваш собеседник тоже сидит в гостинице, допустим, или в кафе, то администратор Wi-Fi тоже может видеть, что он подключился к WhatsApp. Еще более того, допустим, в каких-то популярных кафе и там крупных каких-то гостиницах, торговых центрах зачастую ошиваются разнообразные такие, так, как я их называю, мамкины хакеры, которые, собственно, любят потренироваться в перехвате трафика и делают себе, допустим, у себя на ноутбуке запускают там Wi-Fi сеть, которая называется, к примеру, там McDonald's Wi-Fi Free плюс-плюс. Вы ее увидите, она будет мощнее, потому что рядом с вами подключитесь к ней и, соответственно, начнете ходить на какие-то сайты, общаться куда-то, и это все тоже будет видеть вот этот вот человек, который перехватил ваш трафик. Поэтому это в любой момент может произойти, в аэропорту это может произойти, да где угодно. Вот, поэтому 10 раз подумайте перед тем, как подключиться к какому-то неизвестному Wi-Fi, лучше этого в принципе не делать, а если уж избежать этого никак невозможно, тогда защищайте коммуникации. И чем первое, что приходит в голову, это что это, конечно, VPN. VPN, VPN, VPN и еще раз VPN. Ну и Tor, разумеется, VPN, Tor, для чего были придуманы? Эти инструменты были в первую очередь придуманы как раз для того, чтобы защищать ваш интернет-трафик от перехвата. VPN-ами пользуются все банки, то есть вот соединение, допустим, между банкоматом и банком, оно находится внутри VPN-туннеля. VPN-ом пользуется большинство госструктур, поскольку все коммуникации между, допустим, подразделением и центром идут внутри VPN-туннеля. VPN-ом пользуются, ну, в общем-то, крупные корпорации, когда при общении внутри своих сетей.
да и не крупные сейчас тоже. То есть VPN на самом деле на сегодняшний день, ну, в 2023 году использование VPN – это стандарт безопасности. VPN как раз закрывает полностью ваш трафик от всех вот этих любителей прослушать, от, начиная от вот этого мамкиного хакера в кафе, который рядом с вами сидит и ловит ваш трафик и хочет узнать, на какие сайты вы ходите, там пароли перехватить, чтобы, допустим, с банковских карт что-то снять. Ну и заканчивая, в общем-то, прослушкой, незаконной прослушкой со стороны госструктур, которую, допустим, не получили на это разрешение. Вот для этого придуманы как раз те самые сервисы VPN. При этом стоит обратить внимание, что мы говорим именно о тех сервисах, которые полностью закрывают весь трафик на телефоне. Это не сервис, это не функция VPN внутри браузера. Она прячет только то и закрывает, защищает только вашу переписку и трафик внутри браузера. А именно то самое приложение, которое отдельно на телефон устанавливается и, собственно, с VPN-сервисом соединяется. Вот таким вот образом. Я думаю, что про выбор VPN мы, наверное, отдельно будем как-нибудь поговорим. Да. Про виды, выбор и про, если интересно будет слушателям, как оно там в действительности работает. Это отдельная тема, огромная такая совершенно. Да. Вот, но без нее, у меня вот я тебе честно могу сказать, у меня, допустим, несколько мобильных телефонов, на каждом из них там штук по 6 разных VPN-сервисов установлено. Один не работает, другой включил, один не работает, другой включил. Один платный, один там свой собственный, на своем собственном поднятом сервере, еще один друзья мне подняли свой сервер, третий я проверяю, четвертый там резервный, ну и так далее. То есть, ну, без этого никак. И очень важно еще следующее. На нормальных VPN-сервисах есть, в приложениях есть функция такая, kill switch называется. Kill switch – это отключение полностью интернета, если вдруг связь с VPN-сервисом, сервером пропала. Очень удобная, не очень удобная, но очень важная для безопасности функция. Потому что бывает такое, что по какой-то причине связь с VPN-сервисом пропала, а вы можете до этого не заметить, думать, что вы защищены, а это оказывается не так. А kill switch вам полностью интернет выключит, вы поймете, что вы что-то почему-то без связи. Возможно, нужно сменить, подключиться к VPN через другое приложение или, там, допустим, сменить просто сервер. Может быть, сервер упал, такое тоже бывает. Вот, поэтому 24/7, 365 дней в году VPN включен всегда на всех устройствах. В телефонах, в ноутбуках, даже на телеприставке. Да, ну, это такая уже, так скажем, цифровая гигиена уже на данном этапе, чтобы действительно быть уверенным. Вот у нас еще есть такой один вопрос. Мы уже обсудили то, что, естественно, операторы видят, что вы там включили телефон, вы куда-то зашли. А видят ли они логины и пароли, с которыми мы куда-то заходим? Так, здесь это зависит от того, каким образом вы их пересылаете. Смотрите, если вы пересылаете логин и пароль внутри приложения, то приложение должно, как правило, логины с паролями шифровать внутри себя трафик. То есть банковские приложения все внутри себя шифруют. Те же самые мессенджеры, ну, если мы говорим про хороший мессенджер, все внутри себя шифруют. Если вы не пользуетесь, конечно, каким-то мессенджером, у которого сервер находится в России, и тогда в этом плане смысла нет, поскольку при использовании, там, допустим, какой-то либо функции пробива, там, допустим, какой-то за взятки сотрудникам, там, допустим, или сервисов, или правоохранительных органов, злоумышленники получают доступ к этим перепискам. То есть мы про них вообще не, мы их сейчас вообще не обсуждаем, как абсолютно небезопасные. Не пользуйтесь сервисами, которые вынуждены использовать, реализовывать SORM и пакет Яровой. То есть пользуйтесь сервисами, которые либо вы сами подняли, либо базируются вне территории Российской Федерации, если вам нужна реальная приватность. Это нормальный совет, это не запрещено законом, самое главное. Да. Вот, поэтому вопрос... Сейчас пока отвечал, забыл вопрос. Да, вопрос был про то, видят ли операторы, помимо того, что мы включили что-то и куда-то зашли, логины и пароли, допустим, вот... Да, логины и пароли. Я зашла на госуслуги, видят ли логин, пароль от моих госуслуг оператор? Госуслуги, само приложение госуслуги внутри себя, ну, по крайней мере, по утверждениям разработчиков, код у них закрыт официально, но разработчики утверждают, что внутри приложения все пересылается зашифровано. А вот если вы зашли на сайт, например, на какой-то, опять же, допустим, вы не используете VPN, вы зашли на какой-то сайт, и вы можете открыть любой сайт, и если вы видите в адресной строке значок замочка закрытого,
Это хорошо. Это значит, ваше, тот факт, что вы на этот сайт зашли, конечно, виден и хакерам, и операторам связи, и правоохранительным органам, и тем, кому угодно. Вы туда зашли на этот сайт, а уж что вы на этом сайте делаете, то есть, допустим, ввели вы пароль, или читаете этот сайт, или по страничкам этого сайта гуляете, это уже не видно. Mm-hmm. Если же вы вдруг зашли на сайт, у которого замочек открыт, современный браузер, все, конечно, 10 раз вас предупредят. Вы используете сейчас нешифрованные соединения, вы заходите на небезопасный сайт. У этого сайта там просрочился сертификат безопасности или он недействителен. Mm-hmm. Тогда все, что вы пересылаете на этот сайт и внутри этого сайта ваше путешествие, тоже будут видны всем вот этим вот всей этой огромной толпе людей, которые сидят между вашим телефоном и интернетом. Mm-hmm. Поэтому, во-первых, заходите только на сайты с отмеченным замочком, а во-вторых, используйте VPN всегда, всегда VPN. 10 раз я еще скажу, что используйте VPN постоянно. Существует проблема, связанная с этим сертификатом безопасности, проблема, связанная с многими российскими сайтами, которые переходят на российский сертификат безопасности. И, собственно, как сказать, оператор связи, вот мамины хакеры и правоохранительные органы, конечно, с точки зрения перехвата трафика, не должны увидеть, что вы отправляете на подписанный российским сертификатом сайт. Но мы этого точно не знаем, кто имеет доступ к этим сертификатам и есть ли в нем какие-то дополнительные окна, двери, ворота и так далее. Поэтому... если этот сайт, ну, собственно, если сертификат в руках чиновника, теоретически чиновник может попасть под влияние злодеев из Даркнета, которые заплатят ему денег, и он, в общем-то, этот чиновник ваши данные может теоретически даже и продать. Mm-hmm. Вот. Ну, или правоохранительные органы получат эти сведения не так, без какой-то оплаты. Mm-hmm. Понятно. Поэтому такие риски есть. Да, вот нам еще один вопрос прилетел. По каким признакам в трафике спецслужбы определяют, каким мессенджером вы пользуетесь в какой-то конкретный момент? И какие пакеты об этом говорят? IP-адрес, просто элементарно IP-адрес соединения, потому что ваш мессенджер выходит на связь со своим сервером, IP-адрес которого совершенно известен. Не надо никакие пакеты даже анализировать. Ну, собственно, я вот могу на ноутбуке у себя запустить Wi-Fi сервис, и вы подключитесь ко мне, я увижу, куда, на какие сайты выходите, какие приложения запускаете. Угу. Для этого Понятно. Даже не нужно будет никакого специального программного обеспечения. Угу. То есть все просто. Все элементарно. Вот, соответственно, у нас еще есть два вопроса, которые нам тоже присылали уже не сейчас, а заранее. Я думаю, что на второй из них мы вполне себе уже ответили. Это как доказать, что сообщение написано с моего аккаунта? Это, наверное, видно достаточно легко, если он не зашифрован каким-то образом. Хороший вопрос. Как доказать, что сообщение... Ну, давайте конкретизируем. Некое сообщение в мессенджере. Если сообщение в мессенджере, написано, как доказать, что оно прошло с вашего аккаунта. Ну, потому что оно находится в чате с вами, вот это очень важно, в чате с вашим аккаунтом, допустим. Если вы разместили какое-то сообщение в социальной сети, то, соответственно, в социальной сети видно, кто разместил это самое сообщение. Может быть, человек хотел чуть-чуть конкретизировать вопрос. Давайте продолжим вопрос конкретизировать. Как доказать, кто является пользователем аккаунта, может быть? Вот об этом вопрос был. Ну, предложим сейчас, давайте попробуем подождать уточнение вопроса. И второй вопрос, который был какой? Это, ну, такой достаточно, мне кажется, общий, да, что безопаснее, звонить, писать или отправлять голосовые, или вообще ничего из этого? Безопаснее, в принципе, не коммуницировать, поскольку если вы что-то говорите кому-то, теоретически тот другой человек, с которым вы общаетесь, может, в принципе, самостоятельно кому-то сообщить конфиденциальную информацию, умышленно, неумышленно ли, так сказать, проболтаться ли, так сказать, или дать показания. То есть это первый элемент безопасности. То есть если вы хотите, чтобы какая-то информация никуда не ушла, не сообщайте ее в принципе. Если не сообщать ее нельзя, то первый уровень угрозы информации – это ваш собеседник. Второе. Собственно, телефон вашего собеседника может потеряться,
ваш собеседник может просто потерять телефон, а злоумышленники, допустим, у него там нет какого-то сложного пароля, 1, 2, 3, 4 стоит пин-код, злоумышленники находят, вводят 1, 2, 3, 4, а так да, достаточно неплохо бывает, нередко бывает, и телефон открывают. Ну, более того, есть, допустим, телефон может попасть в руки человека, обладающего специализированным программно-аппаратным комплексом киберкриминалистическим. Это может быть и там, какой-то государственный деятель, это может быть и какой-то там абсолютно не государственный деятель, это может быть какой-то злоумышленник. Телефон тоже могут вскрыть и информацию прочитать. Поэтому если вы пересылаете что-то сообщением, и у вас не включено, допустим, автоудаление этих сообщений в чате с пользователем, сохраняется возможность, что человек даст телефон, продаст телефон, забыв почистить, потеряет телефон, забыв почистить, иным образом утратит телефон, конфискован, может быть, телефон, там еще каким-то образом вырван из рук при ограблении, и злоумышленник какой-то, который получил доступ к телефону, вор ли, нашедший ли находку, или там тот, кто изъял этот телефон, скроет телефон физически, получит к нему доступ и прочитает в том числе и переписки. Такое возможно, поэтому, соответственно, самое опасное, наверное, что можно представить себе, голосовые сообщения, поскольку они вас еще и по голосу идентифицируют. Сообщение текстом, мало ли кем оно отправлено, от человека с именем Иван Иванов, там, не знаю, или Ольга Ольгина, ну, мало ли кто это может быть. Под именем Иван Иванов может быть, там, допустим, и Петр Петров скрываться, и там, не знаю, кто угодно, там, и та же Ольга Ольгина. А под именем, Маша Петрова может находиться как раз Иван Иванов. Вот. А если же голосовой сообщение пришло, ну, сразу понятно, чей голос. Вот поэтому самые опасные голосовые. На втором уровне это текстовые сообщения, там, допустим, и фотографии. И, пожалуй, более безопасно, это, конечно, вот прямое общение в онлайн в каком-то шифрованному каналу связи. То, что сказано, тут же и утрачено. Если прослушки какой-то в комнате, например, у вашего собеседника нет, и у вас, ну, это, пожалуй, самый безопасный способ коммуникации. У нас еще здесь был такой один вопрос. Сколько операторы связи и интернет-провайдеры хранят вот эти вот условный архив того, что вы делали и когда вы это делали? Закон обязывает хранить как минимум полгода записи всех переговоров и трафика. Но очень большие сомнения у всех технических специалистов, что это реально происходит. Я все-таки адвокат, а не технический специалист. Я могу сказать так, что штрафов за нехранение данных, вот буквально на днях, а эти штрафы за неисполнение как раз вот этих требований к СОРМ и пакету Яровой увеличены. За неподключение даже к этой системе увеличены. А раз увеличены штрафы за неподключение, мы можем сделать вывод, что, видимо, подключились, во-первых, даже не все, кого закон обязывает. А во-вторых, хранят, видимо, не все. Но мы можем только предположить. То есть пока еще судебные, ну, мне, по крайней мере, в руки дела, связанные с тем, чтобы оштрафовали какого-то оператора за нехранение, не попадали. Это может значить, это может либо значить, что все прекрасно хранят, либо что за этим, в принципе, не следят, поскольку иначе штрафовать придется всех. Очень интересная история, кстати, вот с законом о хранении данных агрегаторами такси. Всеми, не только агрегаторами, всеми службами такси, да, вы же знаете, вот он с 1 сентября должен вступить в силу, этот закон, в декабре он подписан, с 1 сентября должен вступить в силу, и вот буквально на прошлой неделе, 30 июня, группа депутатов внесла новый закон об отсрочке действия этого закона, поскольку службы такси не обладают такими ресурсами, чтобы эти данные хранить, и не обладают, и вот, собственно, система доступа Федеральной службы безопасности к каждой службе такси тоже пока еще не настроено. Но это та же история, как с вот этой супербазой данных военкоматов. Да? Военкоматы требуют немедленно все данные им передать в цифровом виде, а данные пока непонятно куда, кому, каким образом передать, где их хранить и кто точно этим будет заниматься. Вот поэтому на таком же уровне все. То есть право уже есть, обязывающее все хранить, а техники пока, технической реализации пока нет. Вот, но деньги на это выделяются, достаточно крупные, специалисты тоже в России, в общем-то, достаточно разумные, есть, я имею в виду, квалифицированные, однозначно, насчет разумности всегда сомнения, даже свои собственные у меня всегда появляются иногда, вот, но квалификация у IT-специалистов в России есть, так что работа над этим однозначно ведется.
Окей. Вот дальше мы с вами идем. Вот мы, естественно, все, мне кажется, каждые 5 минут приблизительно этого эфира напоминаем использовать VPN, включать VPN. Постоянно включайте VPN, да. Тогда вас трудно будет не послушать. Да. А вот вообще, помните, вот в какой-то момент, по-моему, пару, что ли, лет назад, если я не ошибаюсь, начали блокировать эти VPN-ы и хотели их вообще полностью запретить, а потом вроде как не запретили. Вообще, безопасно ли пользоваться VPN именно с точки зрения правовой? Могут ли как-то за это, может быть, привлечь к ответственности? И почему же все-таки их блокируют? Очень хороший вопрос. Дело в том, что у VPN есть бонусная функция, кроме защиты вашего трафика, приватности вашего трафика, VPN еще помогает обходить разнообразные блокировки, поскольку вход на ресурсы происходит не напрямую с вашего устройства, то, что может заблокировать оператор связи, например, Роскомнадзор или кто-то еще, а через сервер VPN-сервис. Вот поэтому бонусную функцию, из-за своей, собственно, бонусной функции VPN даже стал более популярен, так сказать, в среди широких масс, чем благодаря своей основной функции – защиты трафика. Вот на самом деле, ну, всякие корпорации, фирмы и специалисты по кибербезопасности используют VPN для основной его задачи – маскировать трафик. А все остальные люди, в общем-то, большинство используют VPN для обхода ограничений. Обход ограничений пользователями не криминален, не запрещен в Российской Федерации. Вы можете читать материалы всех. Помните, вот на прошлой нашей встрече мы обсуждали разные виды запрещенных организаций и людей. Это могут быть иностранные агенты, террористы, экстремисты, нежелательные организации. Ознакомиться с их материалами закон не запрещает. Обходить блокировки Роскомнадзора пользователям закон не запрещает. То есть штрафов каких-то за использование VPN нет. За установку VPN штрафов нет. Для самих сервисов VPN штрафы есть. И, собственно, поэтому их и блокируют, потому что они не идентифицируют пользователей, не передают эти данные, опять же, в правоохранительные органы, не блокируют то, что требует Роскомнадзор. Вот за это их и штрафуют, и блокируют сами VPN-сервисы. Кстати, будьте внимательны, когда вы сами поднимаете VPN-сервер, сервер какой-нибудь свой, и пользуетесь им самостоятельно, и, соответственно, через него будете ходить, обеспечивать свой доступ или чей-либо еще на какие-то запрещенные ресурсы, вот тогда уже теоретически возникает вопрос, являетесь ли вы оператором VPN, и можно ли вас за вот это оштрафовать. Угу. Поэтому если вы сервис, свой VPN-сервер используете, раздавайте его аккуратно. А есть еще вот разные, собственно, виды того, как можно замаскировать или как хотя бы немножечко скрыть, да, свой трафик. Есть вот VPN, есть еще Tor и I2P, с чего мы говорили. Можете ли как-то коротко объяснить вообще, в чем между ними разница? Мне кажется, не все это знают. Так, ну здесь, я думаю, все-таки лучше было бы, конечно, с точки зрения технического специалиста рассмотреть. С точки зрения закона разницы между ними никакой нет. Это все средство маскировки трафика, сокрытие его от злоумышленников. В первую очередь. Если вам кто-то будет говорить, что ты пользуешься VPN, ты, наверное, что-то там задумал, ты какой-то злодей. Ничего подобного. У нас что, все банки злодеи? У нас что, госуслуги злодеи? У нас что, все эти самые госорганы злодеи? Нет, все пользуются VPN для того, чтобы защитить твой трафик, для того, чтобы защитить свои переписки. Точно так же через Tor. Tor – это, собственно, путь в так называемый глубокий интернет. Раньше его называли Dark Web, темный интернет, черный интернет, потому что в нем, ну, было и продолжает сохраняться достаточно большое количество всякой разнообразной запрещенки. Там действительно много преступников, которые торгуют запрещенными веществами, предлагают услуги какие-то незаконные, делают много всякого того, что, в общем-то, общество порицается, и я со своей стороны могу тоже отрицательно к этому отнестись. Там заказывают, допустим, какие-то силовые акции, нападения и так далее. Но, тем не менее, благодаря тому, что в разных странах все больше и больше увеличивается давление, допустим, властей на разнообразных общественников, на экологических активистов, на активистов там, сексуальных меньшинств, на активистов там, правозащиты и так далее, все больше и больше и больше, все больше растет аудитория глубокого интернета, уже не Dark Web его называют, а Deep Web. Так что, собственно, вот таким вот образом все шире и шире его использование, в том числе для безопасных коммуникаций, все больше именно в законном, совершенно законном порядке. У нас, кстати, с вами время подходит, чтобы запись сохранилась, да, в случае, да, да, да. Это самое, следить за этим.
Да, у нас с вами еще есть где-то 10 минут. О, вот, отлично, мы сможем тогда ответить на те вопросы, на которые не ответим. Да, и давайте мы, может быть, завершим. У нас есть еще... У нас есть вот один вопрос. То есть, как мы уже с вами обсудили, невозможно понять, что все-таки человек, вот он зашел куда-то в какое-то приложение, но если мы доверяем самому приложению, скорее всего, невозможно понять, что он внутри него делает. Еще раз. Ну, смотрите, все зависит от того, насколько хорошо шифрует свой трафик приложения. Разные приложения шифруют свой трафик по-разному. Опять же, если мы используем VPN, то технологии залезть еще посередине, влезть как-то и прочитать, что происходит внутри приложения, на сегодняшний день, насколько мне известно, нет. Все вот эти вот, весь этот глубокий анализ пакетов все-таки внутрь влезть не может. Хотя производители утверждают, что все-таки могут отслеживать какие-то метаданные, могут отслеживать заголовки, могут отслеживать какие-то заголовки пакетов и так далее. Значит, но получается, этому самому не блокировали бы VPN, если бы Deep Packet Inspection так хорошо работал. В общем-то, блокировали бы запросы на запрещенные сайты и читали бы переписку при помощи DPI. Зачем блокировать, если можно прочитать? Ну, подумайте сами. Ведь спецслужбам гораздо интереснее все-таки незаметно прочитать, чем просто обрезать и все, и пытаться дать возможность найти другой шифрованный канал связи. Ну, собственно, вопрос, Вот все-таки технический вопрос все-таки такой. В некоторых разные мессенджеры защищают свои вот эти заголовки сообщений и пакеты, передаваемые по-разному. Поэтому вот я вижу вопрос, появляется, расскажите о опасности peer-to-peer режима в Telegram. Ну, это то, что peer-to-peer – это прямые соединения между пользователями, допустим, для звонков. Это то, что по умолчанию включено в сигнал, и то, что можно включить в Telegram, peer-to-peer соединение прямое, если не через сервер вы общаетесь. Мы об этом говорили в самом начале нашего эфира. То есть... Опять же, технические специалисты, к которым я себя на 100% не отношу, утверждают, что теоретически, то есть то, что я знаю точно, при соединении напрямую между двумя абонентами можно установить при слежке за каждым из них, если каждый из них не пользуется VPN, можно установить то, что они общались между собой, понимаете, да? Значит, ну просто потому, что у одного идет трафик прямо на IP второго, а у второго идет на IP-адрес первого. Трафик напрямую идет. То есть тут не нужен никакой глубокий анализ пакетов. Во-вторых, соответственно, это первое. Во-вторых, все-таки перехват вот этого трафика без VPN может теоретически связать этих двух абонентов между собой. Поэтому, если вам нужна действительно защищенная от контроля коммуникация, вы общаетесь через сервер, и тогда вы доверяете серверу. Общение становится чуть повышается возможность каких-то лагов, задержек и каких-то там покашливаний, щелканий и так далее, но вы защищаете сам факт вашей связи между собой от перехвата. Хорошо. А у нас вот еще есть один вопрос. Могут ли быть небезопасные VPN? И тут, наверное, стоит вспомнить слегка анекдотический ролик, который был выпущен Роскомнадзором, где, значит, люди, которые воспользовались VPN, там девушка приходит на свидание, ей рассказывают все ее логины, пароли и вообще, чем она занимается, и так далее, и тому подобное. Вообще, реален ли такой сценарий, и бывает ли небезопасный VPN? Да, такой сценарий не вполне реален. Если вы пользуетесь бесплатным VPN от неизвестного сервера, допустим, из России или Китая, или если вы пользуетесь известным VPN, он у нас есть, один-единственный VPN, который официально провозглашает, что полностью исполняет законодательство Российской Федерации и обеспечивает абсолютную приватность и безопасность в рамках законодательства Российской Федерации. Это Касперский VPN. Ничего плохого не могу сказать про разработчиков. Прекрасная компания, хороший сервис. Но организация исполняет законодательство Российской Федерации. Это можно только поприветствовать с точки зрения законодательства, но с точки зрения безопасности возникают риски перехвата
трафика и выдачи сведений о соединениях, во-первых, о идентификации пользователей и выдачи этих сведений, допустим, на том же самом черном рынке пробила. Есть такая опасность? Однозначно есть такая опасность. Если огромное количество бесплатных VPN-ов, которые вы можете скачать там в App Store или Google Play, запущены тоже непонятно кем, непонятно когда и непонятно для чего, возникает вопрос, кому нужен бесплатный сервис и для чего это делается? Ну, как правило, для того, чтобы собирать данные пользователей как раз. Теоретически они продаются и на рекламном рынке пользователям, допустим, каким-то рекламным корпорациям. Никто не мешает эти данные перехватывать и каким-то другим злоумышленникам, покупать их, либо официально перехватывать, либо запустить такой сервис где-нибудь в каком-нибудь подмосковном центре обработки данных и позиционировать его как суперклассный бесплатный VPN для входа блокировок. Вот такие сервисы специалисты по информационной безопасности называют таким словом, как honeypot. Ну, то есть такая вот банк с медом для доверчивых пчелок или мух. Понимаете, да, о чем идет речь? Да. То есть пользователи скачивают себе сервис, говорят, о, класс, я нашел бесплатный VPN, теперь я защищен, теперь я в безопасности. А что делает этот VPN-сервис, кто его администрирует, где он находится, куда эти данные, сколько, как давно они собираются, где они хранятся и кому передаются, совершенно непонятно. Поэтому избегайте. Пользуйтесь проверенными VPN-ами и проверяйте, и смотрите свои VPN-ы. Сейчас я посмотрю, остались ли еще... У нас, собственно, в канале «Сетевых свобод» есть не одна даже публикация о выборе хороших сервисов, о том, по каким принципам это делать. Угу. Вот у нас есть еще один такой вопрос, тоже про безопасность, но уже с точки зрения крипты. Спрашивают, безопасно ли донатить через крипту и умеют ли наши правоохранители отслеживать такие транзакции? Крипту можно отслеживать практически все криптовалюты, кроме нескольких, которые занимаются своими, ну, напрямую настроены на защиту приватности пользователей. Биткоин, эфир, USDT, еще там лайткоин и еще миллион других коинов отследить можно. Можно отследить, с каких кошельков приходят транзакции, как эти деньги на кошельки попадают, теоретически тоже можно отследить. Поэтому если вы не используете специальные зашифрованные криптовалюты, то, в общем-то, ну, это не является какой-то... Это достаточно тривиальная задача для интернет-расследователей отследить ваши платежи. Хорошо. И я думаю, что нам уже пора заканчивать. Я вижу, что мы в целом ответили на все вопросы. И тут я еще повторюсь, что по следам этого эфира у нас выйдут карточки, которые будут доступны на всех, во всех социальных сетях таких дел, где вы сможете прочитать выжимку того, о чем мы сегодня говорили. А также этот прямой эфир будет выложен в этой социальной сети и в ВКонтакте. В видео вы можете посмотреть запись. И давайте завершим на том, пока вот у нас есть время, к чему готовятся ли сейчас какие-то еще законопроекты, которые помогут отслеживать частную переписку интернет-трафика в интернете, и к чему, собственно, нам готовиться, к каким новинкам законодательным? Если говорить о слежке, то, в общем-то, законов уже принято столько, что, в общем-то, все уже отследить можно по закону. И еще раз, уже с 2018 года дальше уже расширять законодательную базу относительно слежки уже, в общем-то, невозможно. Все должно быть прозрачно для властей. Все переписки, ну, собственно, как с обычной почтой. В любой момент, ни в коем случае никакого шифрования, все открыто, все хранится, все отслеживается. Поэтому каких-то новых... Нет, есть, конечно, некоторые нормы, которые можно было бы предложить. Я этого делать не буду, озвучивать и предлагать идеи какие-то дополнительные я не буду. Что еще не запрещено у нас, за что еще не наказывают, не буду говорить. Вот. Но что касается законопроекта всей приватности, можно сказать. Ну, во-первых, это первое, что приходит в голову, это вот эта супер-мега-база данных военкоматов, в которую должно быть интегрировано все, и госуслуги, и налоговые, и сервисы банков, и сервисы этих самых медицинских данных, данные от Министерства образования, то есть даже
Тут даже того, что нет в госуслугах, у военкомата все это должно быть, у Министерства обороны все это должно быть, все это должно было изначально заработать. Ну, по мнению этого самого сотрудников военкоматов, все это должно было заработать уже весной этого года, весной не получилось, к осени нам физически реализовать невозможно, ну, примерно вот по закону. Новое постановление, собственно, принятое весной, говорит о том, что ну, к весне 2024 года эта база должна быть создана и запущена, и доступ не должен быть обеспечен у сотрудников Министерства обороны, ну и, соответственно, у других силовых структур. Поэтому примерно через год вот, мы ожидаем появления такой супербазы данных, а риски ее существования в первую очередь какие? Любой сбор большого количества данных в одном месте всегда влечет, что рано или поздно приводит к утечке этих данных. Либо при взломе, при каких-то кибератаках, либо при элементарном просто продаже, тот же самый пробив за какие-то там, я не знаю, смешные, там, не знаю, 10 тысяч рублей, 15, 20 или 30, какой-то злоумышленник будет получать все данные там, о своих там, контрагентах. Кто кому денег должен будет пробивать через эту базу данных, скорее всего. Так что все это опять станет опять большим таким решетом, в которое сейчас власти собирают огромное количество данных о здоровье, о месте жительства, о работе, о квалификации, обо всем, об образовании там, и так далее, вот, о налогах. Все, что только возможно. О поездках тех же самых там такси и так далее. Вот. Ну и что сейчас происходит? Сейчас, собственно, биометрия вся, которая находится у банков, передается в ведение Центробанка, независимо от желания самих пользователей. Еще пока есть возможность как бы отозвать согласие на обработку этих данных, их должны, по идее, удалить через месяц, но будут ли они удалены, мы точно не знаем. Скорее всего, все-таки в Центробанк эти данные попадут. Вместе с тем, новое также постановление, данные операторов связи тоже должны быть доступны банкам. А, соответственно, то, что доступно банкам, доступно Центробанку. Ну, то есть, понимаете, да, сейчас, чтобы получить доступ к данным операторов связи, необходимо как бы, ну, либо организовать прослушку, либо получить судебное решение на получение этих сведений. А тут у нас операторы связи передают данные о сим-картах о своих пользователях банкам. Банки обязаны отчитываться перед Центробанком, всю информацию хранить, соответственно, доступные для Центробанка, и таким образом Центробанк у нас становится одним из крупнейших аккумуляторов персональных данных. Внезапно. Вот. Не государственных средств. Это что делаешь? К чему это приведет? Это приведет к тому, что, естественно, повысятся атаки на Центробанк, и из-за того, что теперь хакеры какие-то, которые хотят получить доступ к персональным данным, могут случайно получить доступ и к структурам Центробанка финансовым. К чему это может привести, я даже представить не могу себе. Боюсь представить. Вот таким образом, когда все в одну корзину собирается, и все это администрируется каким-то чиновником на зарплате. Как правило, ни к чему хорошему это не приводит. Да. Да уж, понятно. Ну, в общем, мы, мне кажется, обсудили все темы, которые мы хотели на сегодня. Хотели бы вы что-то добавить в конце? Еще раз напомню, обязательно 24/7 пользуйтесь VPN. А если не хотите проблем с переписками, установите автоудаление переписок через там, месяц, два или три. Поскольку переписки ваши прошлогодние, на самом деле никого, кроме эксперта-криминалиста, не интересуют. И вы сами к ним не возвращаетесь. А вот эксперт-криминалист как раз любит такие переписки. И не только эксперт-криминалист, но и какие-нибудь те же самые хакеры, которые нашли потерянный телефон. Найти потерянный телефон, вскрыть его, посмотреть какие-то пароли, банковские пароли, какие-то еще год назад друг другу пересланные, воспользоваться ими. Милое дело у любого такого злоумышленника. Да, и на этом манифесте мы закончим наш сегодняшний эфир. Спасибо, Станислав, вам большое опять за ваше время и знания. Спасибо нашим зрителям, что подключились. Я напомню, что это был второй специальный эфир таких дел и сетевых свобод. Ссылки на телеграм-канал сетевых свобод мы разместим в подписи или в первом комментарии к этому эфиру. Соответственно, напоминаю, что инструкцию по выбору безопасного VPN вы можете найти, опять же, в канале сетевых свобод. Спасибо, Станислав, и хорошего вам вечера. Спасибо вам тоже. Не забудьте включить VPN.